В Петропавловске-Камчатском температура минус 1 градус, небольшой снег. В Хабаровске возможны осадки, минус 1. В Красноярске до 12 мороза, переменная облачность. В Новосибирске осадки маловероятны, минус 10. В Омске 6 градусов ниже 0, переменная облачность. В Уфе без существенных осадков, плюс 3. В Екатеринбурге температура минус 5 градусов, временами снег. В Нижнем Новгороде небольшие осадки, плюс 3. В Самаре 4 градуса тепла, возможны осадки. В Ростове-на-Дону переменная облачность, плюс 13. В регионе Кавказские минеральные воды, плюс 14, кратковременные дожди. В Сочи переменная облачность, 14 градусов выше 0. В Ялте плюс 13, дождя не ожидается. В Мурманске небольшой снег, температура минус 4 градуса. В Калининграде до 8 тепла, переменная облачность. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 3. В Москве кратковременные дожди, 4 градуса выше 0.